Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такие красивые ажурные мотивы крючком и соединять их между собой в единое полотно. Такие мотивы прекрасно подойдут для вязания летних топов, пляжных туник, платьев и летних кардиганов. Для работы я использую нитки пеликан и крючок 1,25. Вязание мотива начинаем с начальной петли. Набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 воздушная петля. Вводим крючок в первую воздушную петлю провязываем соединительный столбик, тем самым замыкаем нашу цепочку в кольцо. Далее провязываем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. И в полученное колечко вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Первый и второй столбик. Далее провязываем цепочку из 16 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая воздушная петля. Делаем накид на крючок и в колечко в наши вяжем три столбика с одним накидом. Первый столбик.

И снова в кольцо провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик. Второй столбик и третий столбик. Продолжаем вязать таким образом, пока у нас не будет 5 вот таких вот арок из 16 воздушных петель. Вяжите дальше до конца ряда. Вот, я провязала 5 арок из 16 воздушных петель, далее в колечко провязала 3 столбика с одним накидом, и теперь мне нужно связать еще одну арку из 16 воздушных петель, но я разделю ее на 6 воздушных петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушная петля и столбик с пятью накидами в третью воздушную петлю подъема. Делаю один накид, второй, третий, четвертый, пятый. Ввожу крючок в третью воздушную петлю подъема и провязываю столбик с пятью накидами. Провязала. Вот что получилось. Далее вяжем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. И вот сюда, под этот столбик, вот под эту же арку, как бы разделенную на воздушные петли и столбик с пятью накидами, мы вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй столбик. Далее провязываем 3 воздушные петли. И под эту же арочку вяжем еще три столбика с одним накидом. Первый, второй и третий столбик с одним накидом. Далее провязываем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Под следующую арку из 16 воздушных петель. Вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, 3 воздушные петли. И под эту же арочку провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Снова вяжем 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая воздушная петля. Под следующую арку из 16 воздушных петель снова вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, 3 воздушные петли. И под эту же арочку провязываем еще 3 столбика с одним накидом. И третий столбик. Вот что получается. И таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. В конце ряда провязали 8 воздушных петель. Вяжем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. провязали. Далее вяжем соединительный столбик в вершину следующего столбика с одним накидом предыдущего ряда. В вершину следующего столбика провязываем соединительный столбик. И под арку из трех воздушных петель вяжем соединительный столбик. Далее вяжем 3 воздушные петли подъема Заменяющий столбик с одним накидом. И под эту же арочку из трех воздушных петель вяжем еще два столбика с одним накидом. Первый и второй. Далее провязываем 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Вершину последнего столбика с одним накидом вот так вот под 2 петельки провязываем соединительный столбик. Тем самым сформировав маленькое пико. Далее вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Туда же в вершину столбика с одним накидом по 2 петельки провязываем соединительный столбик. Сформировали пико из 6 воздушных петель. Снова вяжем 4 воздушные петли. И в ту же вершину столбика с одним накидом Вяжем по 2 петельки соединительный столбик. Тем самым у нас получилась вот такая вот, такой элемент из 3 пико, 2 из которых из 4 воздушных петель и на вершине пико из 6 воздушных петель. Далее под эту же арочку из 3 воздушных петель вяжем еще 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий столбик. Вот что получилось у нас. Далее вяжем 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Под арку из 8 воздушных петель вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Под арку из 8 воздушных петель под эту жарочку вяжем столбик без накида. 6 воздушных петель. 3. 4, 5, 6. Под эту же арку вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. И под эту же арочку провязываем столбик без накида. Вот что получилось. Под арку мы провязали 3 воздушные петли, 6 воздушных петель и 3 воздушные петельки. И столбики без накида. Далее вяжем 4 воздушные петли и снова повторяем вот такой вот элемент. Вяжем под арку из 3 воздушных петель 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий столбик, далее вяжем 4 воздушные петли, формируем пико. шесть воздушных петель формируем пико снова четыре воздушные петли формируем пико провязали три пико и теперь под эту же арочку вяжем еще три столбика с одним накидом первый Второй и третий столбик. Далее снова повторяем. Под арку из 8 воздушных петель вяжем, сначала провязываем 4 воздушные петли. Под арочку из 8 воздушных петель вяжем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. Под эту же арку столбик без накида. 6 воздушных петель. Под эту же арочку вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли. Под эту же арку вяжем столбик без накида. Таким образом продолжаем обвязывать наш мотив до конца. Заканчиваем ряд под последнюю арку из 8 воздушных петель провязали арку из трех воздушных петель, из шести, еще из трех. И заканчиваем четырьмя воздушными петлями и соединительным столбиком в третью воздушную петлю подъема. Закрепляем эту петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотивчик у нас получился. А сейчас покажу, каким образом соединять такие мотивы между собой. Вот я уже соединила между собой три мотива, и сейчас вот в это место хочу присоединить следующий мотив. Мотив будет присоединяться по двум сторонам, так как у меня будет один соседний мотив и второй соседний мотив. Соответственно, вот одна сторона и вот вторая сторона присоединения. Соединяются мотивчики за вот эти вот пико из 6 воздушных петель и за вот эту арку из 6 воздушных петель, которую мы провязывали подарочку из 8 воздушных петель. То есть вот первое место присоединения, второе, следующее пико из 6 воздушных петель. Это мы присоединимся по одной стороне. Далее у нас вот здесь уже соединены два мотива между собой, здесь два пико. Соответственно, это одна точка, которая будет общая и для одного мотива, и для второго, и для третьего. Далее мы соединимся за вот эту арочку из 6 воздушных петель. И последняя точка соединения будет вот это, вот это пико из 6 воздушных петель. Итак, я вяжу следующий мотив. Вот провязала один элемент с вот этими пико, второй, третий. Так как у меня здесь таких элементов при присоединении 3, я не довязываю 3 элемента. То есть вот первый, второй и третий элемент. Три элемента связала. Далее я вяжу вот четвертый такой элемент. Провязала вот под арку из трех воздушных петель три столбика с одним накидом. Далее вяжу пико из четырех воздушных петель. Вторая петля, третья, четвертая. Вершину столбика вяжу соединительный столбик. Далее у меня идет пико из шести воздушных петель. Я провязываю три воздушные петли вытягиваю крючок из петельки, нахожу свое первое место присоединения. Вот это пико. Беру мотивчики, ввожу крючок в пико, вот так вот, прям по центру, я никакие воздушные петли не отсчитываю. Захватываю петлю мотива, который вяжу, протягиваю, довязываю свое пико, вяжу еще три воздушные петли. Соединительный столбик, сформирую пико далее следующее пико из 4 воздушных петель вяжу 4 воздушные петли и формирую пико под эту же арку продолжаю вязать свой мотив вяжу 3 столбика с одним накидом 4 воздушные петли под арку из 8 воздушных петель столбик без накида 3 воздушные петли под эту же арочку столбик без накида теперь у меня арка из 6 воздушных петель я делю ее на 3 воздушные петли и этой аркой я буду соединяться со следующим мотивом провязала 3 воздушные петли смотрю следующее место присоединения вот это место вот эта арочка на соседнем мотиве я ввожу вот так прям крючок под эти воздушные петли вот так вот. Прямо так снизу. Захватываю петлю мотива, которую вяжу, протягиваю, довязываю свою арочку, вяжу еще 3 воздушные петли и под арку из 8 воздушных петель вяжу столбик без накида. Далее продолжаю вязать мотив. 4, 4, 3 воздушные петли, простите, столбик без накида под арку. 4 воздушные петли. Теперь под арочку из трех воздушных петель мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий столбик. Теперь у нас пико из четырех воздушных петель. Вяжем 4 воздушные петли. Формируем пико. Вот так вот 2 петельки. Далее пико из 6 воздушных петель вяжем 3 воздушные петли. И этим пиком мы будем присоединяться к нашим соседним мотивчикам. И следующее наше место присоединения это вот эти уже два соединенных между собой пико из 6 воздушных петель. Мы вводим крючок вот сюда, вот, вот одно пико, второе, прям по центру вот таким образом прокалываем наше пико, захватываем петельку мотива, который вяжем, протягиваем нашу петельку сквозь это место, далее довязываем пико, 3 воздушные петли, формируем его, далее у нас пико из 4 воздушных петель, вяжем 4 воздушные петли, формируем далее под эту же арку из трех воздушных петель предыдущего ряда продолжаем вязать наш мотивчик вяжем 3 столбика с одним накидом 4 воздушные петли под арку из 8 воздушных петель вяжем столбик без накида 3 воздушные петли под арочку вяжем столбик без накида. Далее у нас арка из 6 воздушных петель, которой мы будем присоединяться к соседнему мотиву. Вяжем 3 воздушные петли, вытягиваем крючок из петельки, находим наше следующее место соединения, вот эта арочка из 6 воздушных петель, вводим крючок под нее, протягиваем петельку мотива, который вяжем, Довязываем нашу арку, вяжем еще 3 воздушные петли, столбик без накида под арку из 8 воздушных петель, 3 воздушные петли, еще столбик без накида под арку из 8 воздушных петель, 4 воздушные петли. Под арочку из 3 воздушных петель снова вяжем 3 столбика с одним накидом, 1, 2, Третий. Вяжем пико из 4 воздушных петель. Далее пико из 6 воздушных петель. Вяжем 3 воздушные петли. Вытягиваем крючок из петельки. И наше следующее место соединения, вот это пико из 6 воздушных петель. Вводим под него. Под эту вот эту арочку из 6 воздушных петель, которая составляет пико. Крючок протягиваем петельку мотива, который вяжем, довязываем 3 воздушные петли, формируем пико. Далее вяжем пико из 4 воздушных петель. Формируем пико. И под эту же арочку провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий столбик. Мы выполнили присоединение по двум сторонам. И далее продолжаем вязать мотив без присоединений. Вяжем 4 воздушные петли. Столбик без накида под арку из 8 воздушных петель. 3 воздушные петли столбик без накида под арочку из 8 воздушных петель 6 воздушных петель столбик без накида под арку из 8 воздушных петель 3 воздушные петли столбик без накида под эту же арочку 4 воздушные петли и заканчиваем вязание мотива провязав соединительный столбик третью воздушную петлю подъема. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такие мотивчики у нас получились. И вот так выглядят места их соединения между собой. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.